Дважды было обещано, вот Брусаков пообещал, что с понедельника решат вопрос с подключением его к основной электросети, да, ну для того, чтобы он работал постоянно. Когда вот Лукашенко приезжал, тоже сказали все, что с понедельника начнутся работы, с понедельника мы вам обещаем. Какого года, какого месяца? То есть сегодня вторник, он как не работал, так нет, и не работает. Нет, он один день сказали, поработал, и опять перестал работать. Вот, и еще смотрите, вот такой момент со светофором. Как бы, не знаю, почему у Грио министра транспорта вызвала улыбку, но вот я сейчас вам просто передам буквально дословно. Светофор, помимо того, что не работает, он расстроен. Объясню, почему. Вот это вот время не совпадает, остановка, ну как бы поняли, да, зеленый свет, красный. То есть как бы его нужно, помимо того, что подключить, его нужно настроить. Для того, чтобы вот это время перехода пешеходов и успевал водитель остановиться перед красным светом. То есть он хаотично может загораться вообще. То есть ребенок, вот у меня, например, трое детей, трое несовершеннолетних, которые, ну, обучаются, да, в музыкальных школах и так далее, постоянно пользуются. И вот они, например, включают кнопку, загорелся зеленый свет, то есть на половине пути ребенок пешеходного перехода, он просто отключается, загорается зеленый, и ребенок просто этот путь добегает. То есть помимо подключения его обязательно нужно настроить. Данные продавцы, они могут, как вам сказать, воспользоваться нашими вот этими отсеками для мусора, для, ну, как, для туалета. Понимаете? То есть как бы вот и вот это вот после себя вот это, то есть чистится рыба, там помимо хавцы еще свежая рыба. А запретить. Да, просто запретить, чтобы их вообще рыба не было. Во-первых, помимо того, что это стихийная торговля, да, то есть никто им разрешения на это не давал. Они стоят, вот то у нас в Даре вот здесь возле мясной палаточки, то вот возле 5-го подъезда там на пятачке. Это ужас. Представьте себе, все вот эти вот рыбные массы, ошметки, и все вот это летит на землю. Да, вот это как бы вообще такой тоже очень острый момент, потому что они у нас постоянно, вот перед приездом, вот в прошлую неделю, как-то их нет. Ну, видимо, может быть, кто-то их поставил, приедет администрация, а вы тут с рыбой, с концой, и вот это вот чистите. Ну, как бы вот их нет пока. Наши, мне кажется, дворники тоже не должны за ними убирать, правильно? Ну, как бы это уже дома не надо, не такое. Это просто...